13 дней, как наступила календарная весна, но зима по-прежнему не сдает своих позиций. На улицах города холод, снег и ветер. Но мы знаем точно, куда весна уже пришла – в ДК ЧГУ. Сегодня здесь стартует студенческая весна 2018. Участниц представят визитки своих концертов. За 3 минуты студенты должны заинтересовать и заинтриговать и зрителей, и жюри. А пока студенты заканчивают последнее приготовление. Девочки, привет! Давайте знакомиться. Вы откуда? Мы строительный факультет. Что сегодня будет, что готовить? У нас сегодня будет просто очень крутой номер. Посмотрите его обязательно. Мы поем. Что мы еще делаем? Взрываем зал. Боже мой, зайки, какая прелесть. Вы откуда? С медфака. Что умеют делать медфаковские зайки? Делать искусственное дыхание. Еще? Укольчики. Танцевать, петь, играть на сцене. Все, что угодно, мы талантливые. Мы сборный трех. На сцене-то сегодня что покажете? Танец зайка? Что у вас будет? Пока. Ну да, танец зайца. Зайц пионера. Покажем эмоции, мы покажем все, что у нас есть. Главные враги строительного факультета? Мы семья, и как бы пропагандируем то, что все команды делают так, как могут, и это хорошо. Главное, получаем удовольствие. Это же самое главное. Да? Нет? Да. А как же баллы? А как же оценки, первые места? Вы знаете гимн строительного факультета? Видимо, сейчас узнаю. На баллы нам начать, по сути. Как там первое сделаешь? Хорошо, а знаете вы гимн строительного факультета? Нет. Построй фак, бро, это строй фак, бро. Строй фак наберет максимальное количество баллов? А зачем это? У строй фака нет такой задачи? Нет, конечно, нет. Главное. То есть, если вы вдруг займете первое место, вы можете его кому-то уступить? Нет. Жеребьевка состоялась 3 месяца назад. Каждая команда узнала, какой по счету будет их выступление. Началась подготовка. Кто-то делал это постепенно, кто-то по студенческой традиции в последний момент. И вот он, день X, открытия студвесны. Она будет, как всегда, сумасшедшая. Факультет подходит порой даже чересчур серьезно к подготовке. Ну, вы сегодня это сможете увидеть. Команда, в первую очередь, должна посеять интригу в сознании зрителя. И чтобы человек, уходя сегодня из зрительного зала, имел желание вернуться через какое-то время для того, чтобы посмотреть выступление именно этого факультета. А кто какими пользуется приемами, это увидит сегодня зритель. Поэтому все интриги раскрывать не будем. Милости просим в концертный зал. Интрига – главная фишка студвесны. Каждый факультет до последнего не желал раскрывать свои карты. О чем будет говориться ваша история? А это тайна. Это секрет. Что сегодня будет? Сегодня будет массовое мероприятие. Будет очень классно. Всех приглашаем. Все будет шикарно. Мы за это ручаемся. Мы стройфак. У нас всегда все супер. Для чего парик? Приходите на открытие студвесны и узнаете. Ну, на самом деле, это секрет. Вносим декорации. Там пюм-пюм. Все вот так. Понимаю, свою роль ты рассказал. Откуда это вы такие красивые? Юридический факультет ЧГУ. Что сегодня подготовил юридический факультет? Зашивенный номер. Знаете, на конце. Что будет, немножко расскажите? Это секрет. Сложилась такая традиция среди команд держать все тайне до последнего момента, пока кулисы не откроются. А что бывает, если одна команда узнает тайны другой? Они начинают подкалывать друг друга. У вас было такое? Конечно. Пакостите друг друга? Мы в прошлом году выступали последние, так что мы знаем все фишки. И одни только тихие, настолько уверены в себе, что спокойно делятся идеей своего концерта. Мы команда Техи. Победите в этом году? Обязательно, обязательно. Мы в прошлом году победили, и в этом году у нас надежда на победу. Только на победу. У нас вообще постановка мюзикл. Это красивая постановка о стране, которая у нас, так сказать, пропала, затонула. О стране Атлантиде. Номер очень красивый, там используются и декорации, и танец, и даже вокал. В общем, все свои усилия мы объединили, чтобы сделать красивый и интересный
отдельный номер. Молодцы. Девочки, а какой для вас факультет, ну, самый главный конкурент, скажем так, если у вас такие? Нет. Нет? Надеюсь, что нет. А вот команда историко-географического факультета в этом году настроена вернуть себе первенство. Каждую свободную минуту ИГФЭ репетирует, поэтому наша съемочная группа долго искала их за кулисами. Наконец-то я нашла ИГФЭ. Давайте рассказывать, что вы сегодня покажете. Покажем два жанра. Это будет видеоролик, надеюсь, будет забавный, и арик-жанр. Покажем о том, как вот я попаду вот к ней, в ее мир, сказочный мир, в который она меня засосет. Вот как тогда. В ее мире? Ну, ты принцесса, я правильно понимаю? Нет, я королева. Ну да, при том, очень добрая. Пакостить будете другим факультетом? Твоя королева есть. Нет, другим факультетом не будем пакостить. Ну, просто тут F3 стоит. Да, вот да. Будем раскрывать все опять же. ИГФЭ в этом году вырвет победу у теха в себе обратно. Но хотелось бы. Мы порвем! Уверенность побольше еще раз. Порвем! Еще раз контрольный. Порвем! Команда F3 уже второй год подряд открывает Судвесну. Именно их концертом начинается гонка за кубком. Главное, что мы на какое-то время первые. Как сказал Юфак только что. Что сделали в этом году для того, чтобы занять первое место? Все. Просто все. Писали. Написали музыку. Писали, сделали. Убрали мусор. Убрали. На сцене, да. Побили теха. Нет, это забыли. Сейчас. Ну а пока F3 разбираются с техами, открытие Студвесны идет полным ходом. Визитки следуют одна за другой. Занеси меня в красную книгу, если кажется странным мой прикус. Но мы дети не неба и тигра, ни снаружи нет, а внутри да. Я не видела дня и ночи без сна, в этом море миров я волна. Я не видела страх так давно я, на устах моих скопит слов. Песни, видеоролики. Каждая из команд участниц постаралась заинтересовать зрителей. Получилось ли у них это, узнаем на самих концертах по количеству свободных мест в зале. Выступили неожиданно, если на некоторых, когда шел на концерт, казалось, что вот эти дадут. Сегодня поменялось буквально, наверное, наоборот. Выстрелили те, от которых как будто бы меньше ожидал, но это только визитки. Бывает такое, что визитки сольют, а концерты шикарные. Поэтому загадывать не будем, а посмотрим, что весна. Все 8 команд показали свои визитки, а уже через 3 дня первый факультет команды F3 представит свою Студвесну. Какой она будет и сможет ли команда набрать максимальное количество баллов, узнаем совсем скоро. А я с вами прощаюсь.